Более 200 экспериментальных вакцин в настоящее время находятся на стадии разработки. 50 из них проходят испытания на людях. Как считают представители ВОЗ, чем больше будет таких вакцин-кандидатов, тем выше шансы на успех. Они уверены, что именно вакцина сможет кардинальным образом изменить ситуацию. Сегодня борьба с коронавирусом – первостепенная задача для всех влиятельных структур. Инициированная президентом Азербайджана спецсессия Генассамблеи ООН также была посвящена этой насущной проблеме. Глава азербайджанского государства Ильхам Алиев, выступая на сессии, подчеркнул важность многостороннего сотрудничества, в том числе в сфере обеспечения всеобщего доступа к средствам борьбы с COVID-19. Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерреш заявил в свою очередь, что благодаря неустанному труду ученых и исследователей по всему миру, вакцины могут быть доступны уже в ближайшее время. Медики надеются, что вакцинация наравне с другими мерами позволит положить конец острой фазе пандемии. По мнению председателя Германо-Азербайджанского общества радиологии и нейрорадиологии, доктора медицинских наук клиники Кёльнского университета Нурана Абдулла, есть ряд проблем в вопросе иммунизации населения, несмотря на определенные успехи, достигнутые в этом направлении. Ни одной стране мира не удастся полностью и сразу вакцинировать свое население. Таким образом, мы все столкнемся с разной картиной. Люди должны знать, что вакцинация проводится по заранее составленному плану. По соответствующим функциям вакцины первого поколения предусмотрены в основном для предотвращения смертей от коронавируса. Люди, которые входят в группу риска, и тех, кто имеет тяжелые сопутствующие заболевания, будут вакцинированы в первую очередь. При этом это может вызвать недовольство у других групп людей, а также поспособствовать распространению вируса среди более молодого поколения. ВОЗ рекомендует в условиях ограниченных поставок вакцину против COVID-19 в приоритетном порядке должны получать медицинские и социальные работники, люди старше 60 лет и люди, проживающие в учреждениях долговременного ухода, а также персонал таких учреждений. По мнению медиков, даже при наличии вакцины нельзя сразу же отказываться от мер предосторожности, забывать о масках, дезинфекции рук и социальной дистанции. Принимая во внимание научные исследования, связанные с иммунизацией, стоит быть оптимистом. При этом не стоит думать, что проблема уже решена, и не нужно соблюдать меры по борьбе с вирусом. Нужно вовремя предпринимать все необходимые шаги. Важно также обеспечить ввоз эффективных противовирусных препаратов. Исследование, проведенное в нескольких европейских странах за последние месяцы, показало, что часть населения относится к будущей вакцине от коронавируса скептически. Всемирная организация здравоохранения призывает власти стран активно проводить просветительскую работу и пресекать попытки дезинформации. Эсмира Алиева, CBC.